Жители Змеиногорска продолжают жаловаться на отсутствие отопления в домах. Напомним, в конце октября в городе запустили новую модульную котельную. К ней поэтапно начали подключать жилищный фонд города. Власти Змеиногорска обещали, что проблема с отоплением сойдет на нет, однако выяснилось, что в период перевода потребителей на новую котельную стали возникать кратковременные нарушения теплоснабжения. Губернатор края поручил Минстрою региона подключиться к данному вопросу. Он отметил, что на Алтай идут первые морозы, и до их наступления важно устранить все перебои. Между тем, накануне районная газета «Змеиногорский вестник» провела опрос среди горожан по поводу ситуации с отоплением. И, судя по ответам людей, без тепла остаются несколько улиц, среди них Ленина, Калашникова и Разведчиков. Змеиногорцы подчеркивают, что официальная информация отличается от реальной ситуации в городе. Добавим, сильные морозы до минус 27 в крае ожидают уже в ночь на 10 ноября.